Итак, всем привет, с вами Топгай, мы начинаем играть в мод Der Bruder Krieg, Австрийская победа. Мод про альтернативную историю, в которой Австрия победила Пруссию в их войне за влияние в Германии. Германия сама вот это вот не смогла объединиться, ну и в общем-то вся история выглядит немножко по-другому. Первый раз я играю в этот мод, вроде как он не такой уж и плохой, можно попробовать. Вот, а если вы тут впервые, обязательно подписывайтесь, мы же начинаем. И у нас тут в Германии есть некоторые проблемы. Я решил все-таки первый раз поиграть в Германию, потому что она выглядит как та страна, которая и устраивает кипиш. У нас тут жесткий реваншизм, у нас начинаются какие-то армейские реформы. Но у нас тут есть ополченцы, и у нас тут революционная измена. У нас в стране революция немножко, группа радикалов Люксембурга, господи. Радикалы в Люксембурге звучит абсолютно ужасающе. У нас разбита мечта Бисмарка. Германия не смогла объединиться, и он, получается, умер, да, сломленным человеком. Какая жалость. Поехали в Берлинскую речь. Тут есть несколько вариантов путей политических. Я еще пока, честно говоря, не решил. Будем смотреть по ходу. Есть Рём, кто знает, это С.А. Есть Гёринг, достаточно известная так личность. Есть Шлейхер, тоже, как бы, вполне себе. Есть Маккеншин. Макинтош не так известен, но тоже генеральчик, так сказать. В общем-то, пока по пути будем думать, пока будем идти в эти фоксом, будем и думать о том, куда пойдем мы. У нас, кстати говоря, внезапно есть неплохой флот, больше, чем у стартовой Германии ванили, но это компенсируется тем, что у всех стран тоже огромные флоты, посмотрите на это. У Франции даже есть флот, у Австрии есть флот, даже у России есть флот, хотя, наверное, он чуть меньше нашего, либо, не уверен, наверное, больше. В общем, у нас есть флот, но у всех стран есть флот еще больше. И промышленность у нас крайне грустная. Заводиков мало, фабрик мало, верфей по соотношению, на самом деле, многовато. Ну, я бы не сказал, что это минус, я такое дело люблю. Кроме того, у нас, я бы сказал, неплохая армия, если только у них шаблон неплохой. Но нет, слушайте, вообще он очень даже ничего. Тут есть ПВО в дивизиях. Здесь вообще двадцатка. Давайте-ка сразу двадцатку сделаем нашей основной. Таких 35 и 3 вот такие. При этом еще немножко резервистов. Немножко есть у нас одна дивизия, точнее, ВДВ и кавалерия. То есть в целом 35 солидных дивизий с ПВО, с лопатой. И у всех немало опыта. Наша армия как будто очень хороша. А здесь есть, конечно, некоторые проблемы с локализацией, как будто бы. Но в целом вроде более-менее. Тут есть возможность как-то управлять с фракцией. Я понимаю, большая часть здесь недоступна, здесь уже можно ботом какие-то команды выдавать. Я, конечно, пока их не буду делать, но как будто это полезно, если это работает, конечно же. А еще, тут есть, насколько я понимаю, миссии, да. Если выполняете задание, вы можете нажать кнопочку, либо сразу же автоматически, скоро увидим. И мы получим себе баф или какую-то награду, в общем-то. И звучит, кстати, прикольно. Звучит очень неплохо, мне такая вот идея нравится, я бы очень... Приветствовал бы такие идеи в других модах, наверное. Так, берлинское ралли. Людерайх кричал, он поет Новый год, а с ним еще один шанс подготовиться к счастливой победе. Да, есть предатели, у нас есть враги. Рём ухмылялся, да, над Гёрингом. В общем-то, тут нам представляют всех лидеров. И всех, кто может в теории стать во главе. Кстати говоря, Рейхсмаршал дает им 10 воздушных атаки. Это не так плохо. Но я еще не уверен, кто мне нравится больше, так сказать, кто меньшее зло или большее зло, в зависимости от того, кого бы мы хотели видеть, так сказать. И знаете, что я бы не хотел Рёма видеть? Пускай этот парень остается в коричневой рубашке, но эта коричневая рубашка не будет надета на Германию. Пойдем мы, наверное, в Фрайкор. Как я понимаю, это вот сюда скорее. Потому что Фрайкор звучит как Пруссия Старой Гвардии. Мне пока что больше всего нравится путь возрождения монархии. И вот оно, сдерживание ополченцев. Должны совершить национальную революцию, СА. Пути Маккензена фон Шлейхера, это вот этот. Георгия такая, я так понимаю, у нас есть по дефолту. Да, Рём слишком радикально. Очевидно, мы не идем в Рёма. Рёма надо наказать за то, что он слишком агрессивен. Далее призывает нас в войну против Ливии. Да? Нам поддержка войны нужна? Хотя вообще надо было отказаться. Я понимаю, что мы только все стабильность убрали.
Я думаю, может, можно будет... Надо было посмотреть вот сюда. Войдут лучше не заходить, честно говоря. О, а, Соединенные Штаты вторжение в Либерию начали. Любопытно. Американцы реально растут. А, ну и сразу захватили, в общем-то. Вот итальянцы туда перебрасывают больше войск, как будто, я думаю, они смогут решить это достаточно быстро. И смотрите-ка, мы не можем пока что обеспечить лояльность армии, потому что нам нужно побольше влияния Фрайкора. И вот тут, я так понимаю, мы будем сейчас этим заниматься, да. Так что пока мы не можем те кнопки нажимать, давайте понажимаем сюда кнопки, пожалуй. А тут есть полезные бафы, хотя в целом здесь ничего такого интересного, здесь бафы только на исследование. Не так круто, но давайте пойдем в ячейку исследований. Конституция Франции начинается. Смотрите-ка, Вторая Французская империя. Тоталитарный, подавляющий свободу. Защита тайкобинцев. Ага, ясно, ясно. В общем, наш Наполеон решил, так сказать, либерализмом перейти к каким-то таким более авторитарным вещам. Говоря, по ощущению, итальянцы дивизию потеряют. Вообще, как будто бы нет. Ладно, бот хотя бы достаточно успешно справился с этой войной, и я поэтому не сидел долго в дебаф. Ну, давайте, да, сила Фрайкора увеличивать. Как бы и нет. Венская конституция, смотрите-ка. А вот Австрия, наоборот, решила пойти к более либеральной конституции, попроще стать. В общем-то, поменялись немножко местами. Мы же продолжаем увеличивать власть Фрайкора, влияние точнее, и душить SA. А вот ячейка исследований, и, по-моему, у нас... Да, еще раз нажать кнопку, и у нас будет достаточно влияние, чтобы нажать фокус. Но немножко мы потеряем, если сейчас его не нажмем, другой какой-то фокус. Поэтому что мы тут можем сделать? Давайте, наверное, пойдем вот в эти бафы, что ли. Тут, кстати говоря, скорость дивизии неплохо бафается. И то, что у нас маневренная вот эта война. Я бы, наверное, и пошел в танки. Давайте так и сделаем. Под бафчиком 100% уже начинаем следовать следующие средние танки. Потом, наверное, сразу пойдем вот в эти. Потому что, ну, как бы, да. И реально пойдем в скорость дивизии. В общем-то, будем очень жестко душить танками. И нет. Тут, оказывается... На 50 больше, но как бы немножко не хватает. Можно нажать еще вот это? Или нет, надо нажать еще раз вот это вот. Кида типа 45, 0, здесь в минус она не идет, поэтому как бы не хватает. Ладно, еще один фокус. Но только сначала дождемся политки, чуть-чуть вот так вот экономим. Еще один военный баф. Еще тренируем флот, потому что, ну, я думаю, он нам, скорее всего, где-то пригодится. О, смотрите-ка, расстроились на Венском кубке. Большая трагедия. У галактиков поражение, континент празднует их поражение. Смотрите-ка, кубок Вены. И англичане проиграли в спорте, в который они создали. Национальный позор. Вы заняли первые места в своих группах, вышли в полуфинал. Забавно, забавно. Всем представлянцев, к черту англичан, окей. Ну и теперь, наконец-то, мы можем себе обеспечить лояльность армии. Разберемся с ополченцами. Отлично, а теперь прусский профессионализм плюс получаемый опыт. Кстати говоря, достаточно приятный баф, я бы сказал. Здесь другой баф, плюс скорость создания укрепления, минус урон. В общем-то, не сильно. Это все-таки, я думаю, чуть-чуть поинтереснее. А еще, я думаю, всю пехоту стоит, в принципе, все наши войска стоит в нормальную пехоту переделать. Скорее всего, мне придется распустить ВДВ. Потому что если даже я хочу сделать ВДВ, то мне нужно будет ВДВ побольше. Возможно, мне придется еще распустить кавалерию. Скоро узнаем. Так, рекорд станет правящей партии, либо... Либо, я так понимаю, Геринга оставить. И почему бы нет? Давайте-ка на всякий случай сохранимся, чтобы точно вот эту партию получить. Так, да, нас не остановить. Рекорд П стал правящей партией, Маккеншин у власти. Консолидация власти. Официальный запрос, мы его впустили. Смысл переворота... Всех предложений либо за. А, это прекрасный лор. Против предложения деспотичные, либо за предложение. Энстап станет правящей партией. И я так понимаю, это как раз таки партия Шлейхера. И нет, Пруссия будет у нас старой гвардией. Оставляем себе Маккеншина. Слушайте, большая часть как будто... Хотя нет, вот как раз таки, да, как я и говорил, кавалерию придется распустить, потому что она опыт недостаточно имеет. А остальные ребята какой-то опыт имеют сверхрегулярных, так что их можно оставить. Начать готовить уже новые войска. Раз госпожа вернулась домой.
Ну-ка. Королева спартаковского движения. Тревожный знак. Консолидация власти готова. У нас открытое решение. И вот он. Революционный заговор. И в теории, я подозреваю, может быть, это еще один вариант. Стать за них. Но нет, мы будем, я думаю, душить максимально. Так что да. Давайте-ка все, что мы можем против них. Наверное, прям все подряд нажимать будем. А тем временем можем заняться нашей промышленностью. Здесь неплохие есть на это все фокусы. Перехватили их планы. Смотрите-ка, бунты в Мезии в Переднем Померании. Можем там разместить войска и подавить. Я так понимаю, у нас уже там где-то есть войска. Просто перекинуть куда-то побольше дивизий. То есть просто буквально сделать так. Сюда тоже кто-то перебросить. Таким образом, Данцик мы уже можем подавить. Вместе, а нужно чуть-чуть еще выше. Подавляем еще и здесь. Бунты неудачные. О, тут есть прекрасная кнопка за объем производства получить плюс стабильность в неделю. Честно говоря, да, я это возьму, потому что стабильность очень жестко потом окупится. У нас потому что уже от стабильности минус 10. То есть мы если камбэкнем немножко, мы сразу же этот объем вернем. Что ж, можем во вторке пойти, но давайте сначала вот сюда, сразу фабрики, скорость строительства и самое главное, ячейки исследований. И промышленная экспансия. Смотрите, сколько нам решений доступно. Их можно здесь кликать, а можно здесь. Ячейки, подождите, ячейки строительства? Это же бесполезно. Ладно, это не абсолютно бесполезно, у нас их не так много. Но я бы не сказал, что это сильно полезно. Вот так бы я сказал. Давайте займем сначала спартаковским явлением, потом вот этим. Может быть, там потом появятся еще какие-то решения. Но пока... Пока выглядит слабо. Просто ячейки это ничего. Перехватили мы опять планы без порядков. Будем сейчас наводить туда порядки. Ну-ка. 4 дивизии нужны здесь. Далее 4 дивизии нужны. Вот здесь они с севера буквально на юг чуть-чуть пройдут. 4 дивизии нужны вот здесь. И мы без проблем давим все 3 бунта заранее. Получили мы фабрики. Можем сразу пойти в скорость дополнительного строительства. Давайте так и сделаем. И у нас сейчас заканчиваются вот эти решения. Значит, у нас, да, поднимается прогресс. Можем сразу двигаться дальше. И тут тоже плюс скорость строительства и потом еще объем. Но самое главное, опять-таки, вот здесь вот ячейка. Это нам надо, да. Оба-на, Сербия просит у нас помощи в сербской гражданской войне. Можем тратить войска, можем тратить больше войск. Ну, поддержку войны я бы не хотел, наверное, себе снижать. Мы тут скоро сможем, наверное, военную экономику поставить. А нет, не сможем. Тогда, в принципе, без разницы пока что. Что мы можем сделать? Нестабильность против производства. Да, почему бы нет? И займемся сразу подавлением бунтов. Давайте-ка. Вы сюда. Тут, в принципе, нормально справитесь. Эти ребята сюда. И давайте отправим в Сербию добровольцев. Это же черная рука, верно? И по отношениям... Подождите. Вот он, Сербия черной руки. Наверное, это те, кто нам нужен. У нас тут где-то были фокусы на Сербию. Давайте поищем. Вот она, да. Черная рука, если побеждает. Окей. Там мы должны их и поддержать. Можем тратить 6 дивизий. Господи, это прекрасно. Я чувствую, наша помощь им будет очень-очень кстати. Хотя давайте возьмем, наверное, какие-то дивизии, которые, да, никуда не идут подавлять никого. Что с по генералам, кстати говоря? Генералы вроде как плюс-минус дефолтные. Хотя есть некоторые, которых я до этого не видел, но в целом обычный вермахт. Ставим бунты и ставим бунты вот здесь вот. Отлично. И тут еще скоро стрельца сверху. Поехали добивать эти фокусы. Нам нужна ячейка. Кью Лонг становится, так понимаю, да, президентом Америки. Любопытно. Тут очень много стран, у которых есть какие-то модификаторы и ивенты, но фокусов нету, так что они на самом деле не играбельны. Как я понимаю, играбельны только Германия, Австрия, Франция и Россия. Да, по-моему, так. Наши дивизии прибыли. Давайте займемся. Ага. Давайте займемся вот этим сначала. И, по-моему, все должно у нас быть отлично. Неплохо, так должны успеть подкачать опыта на будущее.
Эфиопия объявляет борьбу против радикализма. Вау. Жаль, что фокусов нету, значит, вряд ли. Хотя, может, по ивентам они и будут с нами воевать, кто знает. И вот она, чайка есть. Можем вот это событие сделать, я не знаю, что там, но я знаю, что здесь есть фабрики. И инфраструктура, и плюс синтетика, плюс нефтеперерабатывающий завод. В общем-то, вот-то все, что нам только и надо. Движение еще не разгромлено, так что политические фокусы пока мы все равно брать не можем, поэтому давайте, да, пойдем по промышленности дальше. И мы накопили опыт на то, что добавить артиллерию в поддержку, нам, я думаю, неплохо накинет пользу. Опять бунты, опять надо ими заниматься. И тут я вижу, что дивизии очень близко, эти вот вражеско-сербские, к подважных позиций, поэтому давайте укрепим границу именно в защиту. Я вижу, в чем дело, там есть танки, черт возьми, там есть танки. Но мои войска успели сюда прибыть. А, это российские танки. Тогда все точно стало ясно. Сразу видно рука Востока. И давим бунты, конечно же. Без особых проблем. Танки реально больно делают. Очень больно, на самом деле. Но в целом мы живем, потому что в холмы. Холмы все-таки неплохо так помогают. Я подумал, что можно не стесняться и добавить артиллерию уже в саму дивизию. Заодно здесь немножко увеличив производство, ну, когда-нибудь в будущем, скажем так. Здесь можем летное убежище Спартака сделать, поехали. И мы можем делать ловушку Джокера для Люксембург. Давайте-ка так и сделаем. Сразу же мы ее можем казнить. И почти что мы их разгромили. А еще тут есть нюанс, у меня вот эти войска считаются окруженными. Порт есть, но все равно считаются, что делает меня очень грустным. Вот я не уверен, что российские войска здесь считаются окруженными. И поделать я вряд ли с этим что-то могу. Кстати говоря, бунты, да, им, конечно же. Спартак почти готов, кстати. Ну что ж, я думаю, можно на этом завершить нашу первую серию. Считайте, разобрались с повстанцами, по фабрикам немножко поднимаемся. Примерно поняли, что тут происходит в мире. И кем нам дружить, что мы будем делать. Также выбрали наши политические направления. Наверное, пока что. Может, потом что-то поменяется, но я думаю, вроде как все здесь идет по линии. Посмотрим, вдруг это не так. Так что, если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забывайте про лайки, комментарии, ищите Discord. И до скорых встреч. Всем пока.